Звук хороший, выбор три разных звучания сложный. Вот, думаю, между первым, вторым, да и третьим, я не знаю какой. Но сейчас еще раз пройдемся и, надеюсь, определимся. Зовут меня Магомед. Купил я недавно машину Infiniti FX35 2009 года, объем 3,5. Знаете, как вот от первых поколений Infiniti ожидал, что, возможно, будет и звук более приятный, басистый, радующий ухо, но у второго поколения оказался звук очень-очень тихим и в салоне неслышным. Хотел более басовитый, красивый звук, зачем как раз и пришел сюда к вам, обратился к вам. По машине практически ничего пока не делал, так как купил месяца три назад ее, и от звука ожидаю то, что буду сидеть за рулем, ехать и наслаждаться при отпущенных окнах красивым басовитым звуком выхлопа. При поднятых не буду его слышать. Я увидел рекламу, не помню где, на каком-то сайте выплыла реклама, то ли это Авито, то ли это просто поисковик был. И заглянул на сайт, посмотрел отзывы, все понравилось и сразу позвонил. Что, финик такой советуешь вообще ребятам покупать? Однозначно. Абсолютно. Советую, потому что на сегодняшний день по соотношению цена-качество идеальная машина. Ну и молодежная. Все с кайфом сделаем. Спасибо. Все, мой финик готов. Мой звук готов. Скажу, что более чем надо, более чем я хотел, потому что я не хотел прям громкий звук, выбирал не по громкости, а по тембру. И скажу, что тембр попал такой, какой изначально вот я в своей голове представлял и какой подразумевал, что должен быть звук у моей машины. Спасибо за профессиональную работу.